Молитесь, Игнатий Тихонович. Боже, будь милостив ко мне грешному. Создавай меня, Господи, помилуй меня. Бесчисла я согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Святися, святися, Новый Иерусалим, слава Богу Господня на тебе воссия. Ликуй ныне, веселися, Сионе, ты же чистая красуйся, Богородица, а восстание Рождества твоего. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Воскрес из мертвых, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитву ради пречистой Твоей Матери, силы честного же творящего креста, святых ангелов наших хранителей, и всех ради святых, помилуй и спаси нас, яко благости и человека любишь. Аминь. Боже, милостив будь мне грешным. Создавай меня, Господи, помилуй меня. Без числа я согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Христос воскрес из мертвых, смертью смерть по праву сущему гробе живот даровав. Христос воскрес из мертвых, смертью смерть по праву сущему гробе живот даровав. Христос воскрес из мертвых, смертью смерть по праву сущему гробе живот даровав. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь. Встав после сна, мы преподаем к стопам Твоим благи ангельскую песнь, возглашаем Тебе сильный. Свят, свят, свят Ты, Боже, молитвами Богородицы, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, с постели от сна Ты поднял меня, Господи. Ум мой просвети и сердце, и открой уста мои, чтобы воспевать Тебя, Святая Троица. Свят, свят, свят Ты, Боже, молитвами Богородицы, помилуй нас. И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Внезапно придет судья, и деяния каждого обнаружится. Со страхом воскликнем в полночь. Свят, свят, свят Ты, Боже. Молитвами Богородицы, помилуй нас. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Встав после сна, благодарю Тебя, Святая Троица, что по великой Твоей милости и долготерпению Ты, Боже, не прогневался на меня ленивого и грешного и не прекратил жизни моей среди беззаконий моих, но оказал мне обычное Твое человеколюбие и поднял меня спящего, чтобы принести Тебе утреннюю молитву и прославить могущество Твое. И ныне просвети мои мысли, чтобы мне получаться Слову Твоему, разумевать заповеди Твои, исполнять волю Твою. И открою уста мои, чтобы прославлять Тебя в благодарном сердце и воспевать святейшее имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Царю нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем к самому Христу, Царю и Богу нашему. Псалом 30.
На Тебя, Господи, упокоюсь вовек, во правде Твоей, во дня. Преклони ко мне ухо Твое, поспеши избавить меня. Будь мне каменной твердынью, домом прибежище, чтобы спасти меня. Ибо Ты каменная гора моя и ограда моя. Ради имени Твоего води меня и управляй мною. Выведи меня из сети, которую тайно поставили мне, ибо Ты крепость моя. В Твою руку предаю дух мой. Ты избавлял меня, Господи Божий истины. Ненавижу почитателей суетных идолов, но на Господа уповаю. Буду радоваться, веселиться о милости Твоей, потому что Ты презрел на бедствие мое, узнал горесть души моей. И не предал меня в руки врага, поставил ноги мои на пространном месте. Помилуй меня, Господи, ибо тесно мне. Иссохло от горести око мое, душа моя и утроба моя. Истощили, спищали жизнь моя, и лета мои в стенаниях. Изнемогла от грехов моих сила моя, и кости мои иссохли. От всех врагов моих я сделался поношением, даже у соседей моих, и страшилищем для знакомых моих. Видящие меня на улице бегут от меня. Я забыт в сердцах, как мертвый, я как сосуд разбитый, ибо слышу злоречия многих, отовсюду ужас, когда они сговариваются против меня. Умышляет исторгнуть душу мою, а я на Тебя, Господи, уповаю. Я говорю, Ты мой Бог. В Твоей руке дни мои, избавь меня от руки врагов моих, от гонителей моих. Яви светлое лицо Твое рабу Твоему, спаси меня милостью Твоею. Господи, да не постыжусь, что я к Тебе взываю, нечестивые же да посрамятся, да умолкнут в аде. Да не имеют уста лживые, которые против праведника говорят злое, с гордостью и презрением. Как много у Тебя благ, которые Ты хранишь для боящихся Тебя, и которые приготовил уповающим на Тебя перед сынами человеческими. Ты укрываешь их под покровом лица Твоего от мятежей людских, скрываешь их под семью, от пререкания языков. Благословен Господь, что явил мне дивную милость Твою в укрепленном городе. В смятении моем я думал, отвержен я от очей Твоих. Но Ты услышал голос молитвы моей, когда я воззвал к Тебе. Любите Господа все праведные Его. Господь хранит верных и поступающим надменно воздает с избытком. Мужайтесь! И да укрепляется сердце ваше, все, надеющиеся на Господа. Блажен, кому отпущены беззакония, ищи грехи покрытые. Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чем духе нет лукавства. Когда я молчал, обвешали кости мои от вседневного стенания моего. Ибо день и ночь тяготела надо мной рука Твоя. Свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Но я открыл Тебе грех мой, и не скрыл беззаконие моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои, и Ты снял с меня вину греха моего. Зато помолится Тебе каждый праведник во время благопотребное, и тогда разлитие многих вод не достигнет его. Ты покров мой, Ты охраняешь меня от скорби, окружаешь меня радостью и избавлением. Вразумлю Тебя, наставлю Тебя на путь, по которому идти Тебе. Буду руководить Тебя, око мое над Тобою. Не будьте как конь, как лошак несмысленный, которых челюсти нужно обуздывать уздою и удилами, чтобы они покорялись Тебе. Много скорбей нечестивому, уповающего на Господа, окружает милость. Веселитесь о Господе и радуйтесь, праведные, торжествуйте, все правые сердцем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Боже, очисти меня грешного, ибо я никогда не делал ничего доброго перед Тобою. Избавь меня от зла, и пусть будет во мне Твоя воля.
Дай мне, не подвергаясь осуждению, открыть мои недостойные уста и восхвалить святое имя Твое Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Восстав от сна, я посреди ночи приношу Тебе песнь спаси, припадая к стопам Твоим, взываю к Тебе. Не дай мне уснуть греховной смерти, но сжалься надо мной, добровольно распявшийся. Скоро подними меня, беспечно лежащего, и спаси меня, стоящего пред Тобой на молитве. И после сна ночного пошли мне ясный, безгреховный день, Христе Божий, и спаси меня. Владыка, человеколюбчий, встав после сна, я спешу к Тебе, и по милосердию Твоему принимаю за угодные Тебе дела. Я молюсь Тебе, помоги мне всегда и во всем, избавь меня от всякого зла в мире, от дьявольского искушения. И спаси меня и веди в царство Твое вечное, ибо Ты мой Творец и Источник, и податель всякого блага, на Тебя вся моя надежда. Я возношу Тебе хвалу ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Аминь. Господи, по обильной Твоей благости и по великому Твоему милосердию, Ты дал мне, рабу Твоему, прошедшее время этой ночи провести без напасти и всякого вражеского зла. Ты сам, Владыка, Творец всего сущего, удостой меня при свете Твоей истины, с просвещенным сердцем исполняй Твою волю, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил бесплотных и всякой плоти, на высотах небесных живущий и озирающий долы земные, наблюдающий сердца и помыслы, и ясно ведающий тайны человеческие, безначальный, вечный и неизменный свет, который не оставляет затененного места на своем пути. Ты сам, бессмертный Царь, прими моления наши, которые мы в настоящее время, надеясь на обилие сострадания Твоего, творим Тебе из нечистых уст. И прости нам прегрешения наши, совершенные нами делом, словом, мыслью, вольно и невольно. И очисти нас от всякой нечистоты плоти и духа. И даруй нам с бодрствующим сердцем и трезвенную мыслью прожить всю ночь здешней земной жизни, в ожидании наступления светлого и славного дня второго пришествия единородного Твоего Сына, Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, когда общий судья придется славою воздать каждому по делам Его, то найдет Он нас не лежащими и сонными, но бодрствующими и восставшими среди исполнения заповедей Его, и готовыми войти с Ним в радость и божественный чертог славы Его, где непрестанные голоса торжествующих и невыразимая радость видящих несказанную красоту лица Твоего. Ибо Ты истинный свет, просвещающий, освещающий весь мир, и Тебя воспевает все творение в веки вечные. Аминь. Аминь. Святый ангел, поставленный блюсти мою бедную душу и несчастную жизнь, не оставь меня грешного и не отступи от меня за невоздержанность мою. Не дай возможности злому демону подчинить меня себе посредством этого смертного тела. Возьми крепко несчастную, опустившуюся мою руку, выведи меня на путь спасения. О, святой ангел Божий, хранитель и покровитель бедной моей души и тела, прости мне все, чем я оскорбил тебя во все дни моей жизни, если чем согрешил в прошедшую ночь. Защити меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не прогневать Бога никаким грехом. И молись за меня ко Господу, чтобы Он утвердил меня в страхе своем и соделал меня рабом, достойным своей милости. Аминь. Аминь. Пресвятая Владычица, моя Богородица, святыми Твоими и всесильными мольбами отгони от меня ничтожного и несчастного раба Твоего уныние, забвение, неразумие, нерадение, все скверные, лукавые и хульные помышления от несчастного моего сердца, от помраченного ума моего. Погаси пламень страстей моих, ибо я нищий, слаб, избавь меня от многих губительных воспоминаний и намерений, освободи от всякого злого воздействия, ибо Ты благословенна от всех родов, и Твое пречестное имя славится во веки веков. Аминь. Аминь. Молите Бога о нас, святые угодники Божии, Игнатий, Галина, Наталья, Ольга, Анатолий, Екатерина, Надежда, Сергий,
Татьяна, ибо мы усердно к вам прибегаем, как к скорым помощникам и молитвенникам о душах наших. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою, благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, ибо ты родила Спасителя душ наших. Спаси, Господи, людей твоих, благослови принадлежащих тебе, помогая православным христианам побеждать врагов и сохраняя силой креста твоего церковь твою. Спаси, Господи, помилуй отца моего духовного Игнатия, батюшку Иоакима, родителей, братьев, сестер, родственников, начальников, благодетелей, всех ближних моих и друзей. И всех православных христиан подаем твои земные и небесные блага, не лиши их милости твоих. Посети их, укрепи силой твою, даруй им здравие, спасение души, ибо ты благ и любишь людей. Аминь. Аминь. Покой, Господи, души усопших рабов твоих, родителей, родственников, благодетелей и всех православных христиан. Прости им все их грехи, вольные и невольные, дары им Царствие Небесное. Со святыми упокой, Христе, души рабов твоих, праотцев, отцов и братьев наших. Там, где нет ни болезней, ни печали, ни душевных страданий, но жизнь бесконечна. Воистину достойно прославлять Тебя, как Богородицу, всегда блаженную, пренепорочную, Матерь Бога нашего. Мы величаем Тебя, как истинную Богородицу, родившую без болезни Бога Слова, достойную большей почести, чем Херувимы, и несравненно славнейшую, нежели Серафимы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитву ради пречистой Твоей Матери, преподобных богоносных отцов наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Боже наш, милостивый Небесный Отец, помилуй детей наших, за которых мы смиренно молим Тебя и которых предаем на Твое попечение и защиту. Вложи в них крепкую веру, научи их благоговеть пред Тобою, достой их крепко любить Тебя, нашего Создателя и Спасителя. Направь их, Боже, на путь истины и добра, чтобы они все делали во славу Твоего имени. Научи их благочестиво, добродетельно жить, быть добрыми христианами, полезными людьми. Дай им здравие, душевное, телесное, успех в трудах. Избавь их от хитрых козней дьявола, от многочисленных соблазнов, от скверных страстей, от всяких нечестивых, беспорядочных людей. Ради Твоего Сына, Господа нашего Иисуса Христа, по молитвам о Пречистой Матери и всех святых, приведи их к тихой пристани Твоего вечного Царства, чтобы они вместе со всеми праведными всегда благодарили Тебя с единородным Твоим Сыном, оживотворяющим Твоим Духом. Аминь. Господи Боже наш, воззри на детей наших, ниспошли им на них духа премудрости, разума, благочестия. Просвети их светом Твоего благоразумия, чтобы они скоро разумели и усвоили изучаемые им предметы и употребили их на благо Твоей Церкви, на пользу ближнему и свое спасение. Потому что Ты источник премудрости, и Тебе славу возносим всегда, ныне, присно и во веки веков. Аминь. Молитесь, Игнатий. Спаси, Господи, помилуй от самого духовного, родителей, сродников, благодетелей, митрополита Илариона, епископа Евтихия Вениамина, Агафангела, Диамида, Тихона, Антония, священного Иоакима, Павла Геннадия, Сергия, Сергия, Василия, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Амвросия, Вадима Засимолипия, Андрея, Максима, Владимира и Глеба, не дай погибнуть. Диаконов Евгения, Александра, Михаила, Андрея, епископа Максима, митрополита Сергия, Кирилла, Венедикта, Франциска, Корнилия, Александра, Диодора, Тихона, и весь священнический и иноческий чин, и высшие служители миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, и наиндальше священника, если угодно Тебе, Господи, смири власти воинства их, наведи страх Твой на них, и через них сотвори благое Церкви Твоей, дабы издавали мудрые законы,
дали достойную жизнь людям прожить, дабы было еще уделять нуждающимся. И сохрани их от покушения на них. Владимира, Дмитрия, Дональда, Рамзана, Владимира, Александра, Эрдогена, Амана, и даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, где война идет. И научи нас, Господи, ценить это мирное время, дарованное Тобою. И приготовь землю к великим и страшным испытаниям, грядущим на всю Вселенную. Аллилуйя. Воззри на угрозы врагов. Смири их под крепкую руку Твою, но не дай им погибнуть духовно до вечности. И безумие их. Александра, Александра, Евгения, Максима, Виктора, Сергея. Воздай добром благодетелям нашим, Господи. Благослови Елену, Людмилу, Неонилу, Татьяну, Александру, Евгения, Наталью, Юрия, Александру, Эдуарда. И нас помилуй милости Твоей ради. Посети болящих, дай силу, крепость, дабы никто не возроптал. И пошли мы исцеление Твое, Валерия, Илариона, Кирилла, Надежда, Анастасию, Валентину, Валентину, Татьяну, Татьяну, Марию Александру. И нас помилуй милости Твоей я ради. Благодарю Тебя, Господи, за друзей, за врагов, за здоровье, за болезнь. И во все свое время по Твоему благоволению может оказаться на пользу. Избави от пьянства Павла, Михаила, Андрея, Владимира, Александра, Игоря. Благослови путешествующих, возврати к жилищам их. Раису, Льва, Виктора, Алексея. Найди все наше родство, Евдокию, Валентину, Ирину, Татьяну, Марфу, Нину, Ольгу, Елену, Марию, Татьяну. И сохрани это наше сокровище в интернете. И трудящихся благослови, помогающих. Игоря, Юлию, Дмитрия, Виктора, Сергея, Сергея, Андрея, Андрея, Вячеслава, Дмитрия, Валентина. И обрати на покаяние Тимофея, Тимофея, Мартина, Германа, Александра, Симона, Леонтия. Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Найди отступников, возврати на путь спасения. Михаила, Николая, Александра, Юлия. Аллилуйя! Да будет благословен сей день. Сохрани нас, Господи, исцеление наше от пожара воров нечистой силы и живущих там. Андрея, Игоря, Игоря, ему, Владимира, обрати. Дай ему веру Твою святую. Благослови Людмилу, Любовь, Владимира, Алексея, Иосифа. Пришли добрые жители с детьми, знающими, любящими уставы Твои. И сохрани школу. Спаси и помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, Чада и Виктора, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Нину, Алевтину, Раширку, Делу, Общину, Найди Новые Души. Спаси и помилуй Надежду, Валентину, Катерину, Наталью, Евгению, Анастасию, Михаила, Нину, Анну, Юрия, Екатерину, Екатерину, Галину, Рахиль,
Езру, и Самире дай веру истинную, дабы не верил лжепророчеству. Слава Тебе, Боже, за тихую мирную ночь, что жизнь нашу продлил и разум сохранил. Дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить наши таланты, дарованные Тобой. И для всего пошли нам добрых помощников, наставников, советников. И в этот день сохрани нас от всякого рода зла и греха. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава Тебе, наш Бог и Иегова. Аллилуйя. Свят, свят, свят Господь Саваоф. Вся земля полна славы Его. Аллилуйя. Благослови Сергея, Сергея, Александра, Александра, Александра. Благодарю Тебя, Господи, за тот день, в который дал мне веру в Тебя, страх пред Тобой и ожидание суда Божия. Благодарю за день, в который дал мне Святую Библию и указал на толкование святых отцов и на каноны Церкви, как на истину. Аллилуйя! Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас и помилуй. Аллилуйя! Из романа «Изгори, изгони духа лжи». Упрямство. Не дай ему погибнуть. Найди его, где он есть. Слава Тебе, Боже наш. Слава Тебе. Благослови Виталия и Никиту. Даруй духовное рождение свыше. Любовь к Слову Твоему. К радости благовестия. Благослови помогавших нам в путешествии. Воздай им добром. Павла, Зинаиду, Владимира, Дмитрия, Сергея, Вечность, Людмилу, Надежду. Ангел Христов, Хранитель мой святой, моли Бога о мне грешим. Благодарю Тебя, мой ангел. Столько лет Ты хранил и защищал от видимых и невидимых опасностей. Не покини смертный час, когда душа будет разлучаться от тела. И проведи душу мою по мытарствам, и введи ее навеки в вечное царство Христа Бога нашего. Аллилуйя! Иоанн Креститель, Предтеча Христов, моли Бога о нас, научи нас, Господи, жить и в бедности, имея пропитание и одежду, быть благочестивым и довольным, никогда не роптать, никому не завидовать и быть во всем экономным, дабы было из чего уделять нуждающимся. Святитель Христов Никола, Мирликийский чудотворец, моли Бога о нас и укрепи, Господи, нас, дабы не страшиться царей начальствующих и не участвовать в бесплодных делах тьмы, но и обрещать. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые пророки Божии, Илья, Елисей, Нох, Моисей, Самуил, Аарон, Иов, Авель, Ной, Иосиф, Патриархи, Ездра, Неемия, Амос, Наум, Исаия, Иеремия, Барух, Иезекииль, Осия, Иаиль, Агей, Сафония, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Даниил, Отроки, пророк Михей, Авраам, Исаак, Иаков. Да исполнит Господь духом пророческим церковь свою, дабы день прихода то нашего отшествия не застал нас неготовыми. Но чтобы вышли навстречу Тебе, Господи, с горящими светильниками истинной веры и сосудами, полными илея добрых дел, соделанных в Духе Святом с любовью. Аллилуйя! Молите Бога на святые ангелы, архангелы, херувимы, серафимы, все небесные силы, престолу Божию предстоящие, святые апостолы Петр и Павел, евангелисты, Матфей, Марк, Лука и Иоанн. Дарует Господь нам жажду исследовать Священное Писание, ибо через них мы думаем иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Тебе. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые мученики и мученицы, Игнатий Богоносец, Поликарп Сминский, Устин, философ, Косма и Дамиан, Андрей Стратилат, Ирон, мученик, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфим Никомедийский, Георгий Победоносец, Пантелеимон, 40 святых мучеников, царь Николай, святое царское семейство, Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб. Да укрепит Господь народ свой, дабы никто не принял начертание зверя Антихриста. Дай веру Анфиму, Вениамину и устраши родителей за такое ложное воспитание. Молите Бога о нас, святые отцы Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Афанасий Великий, Ефрем Сирин, Антоний, Макарий, Макарий, Антоний, Феодосий, Корнилий, Иов, Сергий, Радонский, Степан, Пермский, Серафим, Саровский,
Ян Тобольский, Ян Кронштадтский, Ян Шанхайский, Кирилл и Мефодий Иннокентий, Николай Макарий, Алтайский Филарет и все переводчики Священного Писания. Молите Бога о нас, да сохранит нас Господь в святой православной вере, а замысел еретиков разруши в ничто преврати. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые жены и девы, Фёкла Первомученица, Патина Самарянина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матерь София, Наталья, Адриан, Варвара Екатерина, Перепетуя, Татьяна Ирина, Ольга Елена, Нина, Мария Магдалина, Мария Египетская, Прескила, Акила, Андроник, Июний, Киприян, Устина. Молите Бога о нас. Да дарует Господь послушание и молчание. Целомудрие и стыдливость женам и девам, и сохрани их от всяческого поругания. Исправь непокоривость Галины, семейства Евгения, Надежды, Надежды Светланы, Марии, Раисы, Марины, Людмилы и Анны. И прими нашу молитву, Господи, воздяние рук, как жертву вечернюю, благоухание приятное перед престолом благодати Твоей, Владыка. И соедини молитву нашу с молитвами всех святых, молящихся к Тебе на небе и на земле. Услыши, Боже, и исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам. И прими, любящий наш Отец Небесный, во имя Иисуса Христа и жертвы Голгофской, молитву о всех, заповедавших нам молиться о них. Спаси их и помилуй. И Алексея возврати в разуме, дай ему веру. Аллилуйя. Говори, Господи, Владыка, слушает и дослышит раб Твой. Аминь. Христос воскрес всем. Воистину воскрес. Воистину воскрес. Воистину воскрес. Воистину воскрес. Воистину воскрес. Сергей, микрофон выключен. Не включился. Так, слышно меня? Да, слышно. Да, слышно. Мы продолжаем чтение книги «К истинному православию» Игнатия Тихоновича Лапкина о благовестии. «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам». Евангелие от Матфея, 28 глава, 19-20 стихи. Кому сказал эти слова Христос? Одним ли апостолам, а через них епископам, или пресвитерам и диаконам, или всем уверовавшим в Него? Цитата. «При всеобщем священстве, при благодатной освященности, который получает каждый член церкви в таинствах крещения и миропомазания, эта освященность осуществляется действием Духа Святого,
который усыновляет христианина Богу Отцу, посвящая его в сан мирянина, члена церкви таинственного тела Христова. Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии. Послание к Римлянам, 8 глава, 14-18 стихи. Еще цитата библейская. «Сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Вы – род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас и тьмы в чудный свой свет». Первое послание Петра, 2 глава, 5-9 стихи. Еще цитата. «И соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему слава и держава во веки веков. Аминь». Книга Откровения, 1 глава, 6 стих и 5 глава, 10 стих. На каждый стих Библии святых отцов ответим себе. К кому же относятся слова о необходимости нести евангельское слово людям? К священству ли или ко всем христианам? Если Библия повелевает всем быть благовестниками, любя находящихся во тьме неведения, чтобы и им был явлен свет Евангелия, то кто же те, кто запрещает проповедовать царственному священству мирян простецов? Еще цитата. «Священство духовное имеют все христиане, так учат апостолы Петр и Иоанн». Вопрос 108. Православное исповедание. Церковь времен апостолов не знала деления на клириков и на мирян в нашем смысле, как и не содержала и самих терминов «мирянин» и «клирик». Еще цитата. «Дары различны, но Дух один и тот же, и служения различны, а Господь один и тот же, и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всем, все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания тем же Духом, иному вера тем же Духом, иному дары исцелений тем же Духом, иному чудотворение, иному пророчество, иному развлечение духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно». Первое послание к Коринфянам, 12 глава, с 4 по 11 стихи. Еще цитата. «Обмерщение церковного общества, принявшее уже в IV веке катастрофические размеры, в результате признания христианства государственными властями и массового принятия христианства людьми, которые ни по духу, ни по жизни не имели с ним ничего общего, явилось главнейшим отрицательным фактором, повлиявшим на учение о царственном священстве. Иерархическое священство не могло бы существовать без всеобщего священства, превратилось бы из служения в господство». Цитата. «Иисус же, подозвав их, сказал: вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими, но между вами да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою. И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Евангелие от Матфея, 20 глава, 25 по 28 стихи.
из любящего соработничества, ибо мы соработники у Бога, а вы Божья нива, Божье строение, 1 Коринфянам 3:9, в эгоистическое самоутверждение. Равенство всех членов церкви пред Богом, ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, 2 Коринфянам 5:10. Одинаковые для всех возможности спасения являются той почвой, на которой только и может существовать церковь, как единый организм, скрепляемый любовью его членов к Богу и друг к другу. На этой почве только и возможно существование и деятельность иерархического священства, то есть мирян, членов церкви, призванных и возведенных через рукоположение в особый духовный и общественный статус, именуемый духовным саном. Призыв следовать за ним Христос обещает и к другим. Цитата. «Иисус, взглянув на небо, полюбил его и сказал ему: одного тебе не достает, пойди все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и последуй за мною, взяв крест». Евангелие от Марка 10:21. А другому сказал: следуй за мною. Тот сказал: Господи, позволь мне прежде пойти похоронить отца моего. Но Иисус сказал ему: предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди, благовествуй Царствие Божие. Еще другой сказал: я пойду за тобою, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими. Но Иисус сказал ему: никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божия. Евангелие от Луки, 9 глава, с 59 по 62 стихи. Тогда Иисус сказал ученикам своим: если кто хочет идти за мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мною. Евангелие от Матфея, 16 глава, 24 стих. Кто хочет творить волю его, тот узнает о сем учении, от Бога ли оно, и я сам, или я сам от себя говорю. Иоанна 7:17. Посмотрите, братья, кто вы призванные, немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. И незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. 1 Коринфянам, 1 глава, с 26 по 29 стихи. Я прихожу в ужас, видя, на что отваживаются некоторые безумцы, которые решаются бесстыдно и опрометчиво искать священство и принимать оное, не быв призваны Христовой благодатью, не зная того, что огонь и смерть собирают себе они бедные. Ефрем Сирин, 373 год. Еще цитата. Надо прежде самому очиститься, потом уже очищать, умудриться, потом умудрять, стать светом, потом просвещать, приблизиться к Богу, потом приводить к Нему других, осветиться, потом освещать. Григорий Богослов. В сравнении с атеистами, сектантами и еретиками православные служители требуют, являются самыми ревностными гонителями всех проповедующих истину. Учитель, если и мирской человек будет, но искусен же в слове учения и нравом чист, таковой да учит, ибо написано:
Все научены будут Богом. Правило 15 апостола Павла, кормчая с оригинала патриарха Иосифа, лист 26 на обороте. Есть удивительное священнодействие слова, к которому призваны все христиане. Быть служителем Иисуса Христа у язычников и совершать священнодействие благовествования Божия, дабы сие приношение язычников, будучи освящено Духом Святым, было благоприятно Богу. Римлянам 15 глава 16 стих. И еще цитата. «Как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое». Римлянам 10:5. Исаия 52:7. «Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое». 2 Тимофея 4:5. «Когда и нищие благовествуют». Матфея 11:5. «И сказал им Иисус в ответ: пойдите, скажите Иоанну, что вы видели и слышали. Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, нищие благовествуют». Лука 7:22. «Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова». 1 Коринфянам 1:17. Выражая уверовавших во Христа как воинов, царя-победителя, вселенский апостол настаивает, чтобы все до единого, кто принял святое крещение, кто родился от воды и духа, шли на проповедь вселенскую по мере сил своих, обувшие ноги в готовность благовествовать. Ефесянам 6 глава 15 стих. В первоапостольской церкви настоящими отцами были только те, кто так звался не по одежде, сану, чину, но по истинному рождению чад проповедью. Цитата. «Ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов, я родил вас во Христе Иисусе благовествованием». 1 Коринфянам 4:15. «И только таковые жили от трудов прихожан». Цитата. «Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования». 1 Коринфянам 9:14. «Кто будет учить пришедший вас всему этому, примите его. Лжепророк же есть всякий пророк, учащий истине, если он не делает того, чему учит. Обличайте друг друга, но не во гневе». Дидахи, глава 11-13. Дух Святой повелевает всем распространять весть о воскресшем. Слово же Божие росло и распространялось. Деяния 12:24. Но благодарение Богу, который всегда делает нам торжествовать во Христе, и благоухание, познание о себе распространяет нами во всяком месте. 2 Коринфянам 2:14. Итак, молитесь за нас, братья, чтобы Слово Господне распространялось и прославлялось, как и у вас. 2 Фессалоникийцам 3:1. Ибо от вас пронеслось Слово Господне, и не только в Македонии и Ахаии, но и во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога. Так что нам ни о чем не нужно рассказывать. 1 Фессалоникийцам 1:8. «Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает». Евангелие от Матфея 12:30. «Кто не собирает, тот расточает». Если бы знание истины давалось под условием никому о том не говорить,
то я отказался бы от знания. Враги Божии всегда запрещают свидетелям истины выводить заблудших из тьмы. Они, цитата, препятствуют нам говорить язычникам, чтобы спасались, и через это всегда наполняют меру грехов своих. Но приближается на них гнев до конца. 1 Фессалоникийцам 2:16. Матфея 9:14, Иеремия 29:27. На просьбу запретить пророчествовать непосвященным Моисей воскликнул: «О, если бы все в народе Господнем были пророками, когда бы Господь послал Духа Своего на них?» Числа 11:29, 38. Присем Иоанн сказал: «Учитель, мы видели человека, который именем Твоим изгоняет бесов, а не ходит за нами, и запретили ему, потому что не ходит за нами». Марка 9:38. Подобной страстью страдали на первых порах и апостолы, пока Дух Святой не переродил их сердца. И они оставались на самом трудном участке борьбы в Иерусалиме, а миряне, цитата, «рассеявшиеся от гонения», ходили и благовествовали слово. Деяния 8.4. А враги накрепко запрещали это. Деяния 5.28, 4.17. Когда святой Севастьян, память 18 декабря, страница 481, проповедовал то, цитата, «некоторые видели 7 ангелов, облекавших его в светлую одежду, а жена Никострата Зоя, освободившись от болезни немоты, проговорила: „Я видела сошедшего к тебе с неба ангела, державшего перед тобой открытую книгу, по которой ты читал все сказанное тобой“». Как восходящая заря изгоняет тьму и дает свет нам, так свет слов Твоих изгнал мрак моего неведения и ослепления. Имея эту харизму священнодействия слова, святая Ирина, память 5 мая, обратила ко Христу 150 тысяч язычников. О подобном читаем в житиях самарянки Фатины, Марии Магдалины, Нины, просветительницы Грузии, Хрисанфа 19 марта, Ионы Нового 5 ноября, память. Итак, «всякого, кто исповедует меня пред людьми, того исповедую и я пред Отцом моим небесным». Матфея 10:32. Впрочем, и из начальников многие уверовали в него, но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги. Иоанна 12:42. И всякий язык исповедует Христа, пришедшего во плоти, уверовав в него как своего спасителя и искупителя от ада и смерти. И только враги креста Христова злобятся на всеобщую проповедь. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите, и хотящих войти не допускаете. Евангелие от Матфея 23:13. Еще цитата. И ангелу Филадельфийской церкви напиши: так говорит святый, истинный, имеющий ключ Давидов, который отворяет, и никто не затворит, затворяет, и никто не отворит. Откровение 3:7. Сами не входят в рай, и желающим услышать слово научения истинного препятствует, забывая, что молчанием предается Бог. Григорий Богослов. Святая Екатерина, Феврония,
скольким открыли глаза на свет. Каждый день на дому и в храме обещаем Богу, что не будем молчать о той любви, о которой узнали. Научу беззаконных путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Псалом 50, 17 стих. Еще цитата. «Вот я посылаю вас, как овец среди волков. Итак, будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби». Евангелие от Матфея, 10 глава, 16 стих. Кого же научили и куда послал Господь слушающих Евангелия? Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа. Евангелие от Иоанна 3:8. Три отрока в печи воспевали о чудной милости Создателя. А пленная девочка при пророке Елисее проповедовала веру истинную грозному захватчику. Воистину, для Слова Божия нет уз, оно не связывается. Еще цитата. «За которое я страдаю даже до уз, как злодей, но для Слова Божия нет уз». 2 Тимофею 2:9. «А кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение». 1 Коринфянам 14:3. «Красноречивый Аполлос, зная только начатки учения, не будучи еще и христианином, своей апологетикой, проповедью принес помощь делу Божию. Ни у кого тогда и мысли не было запретить ему проповедовать о Христе, но лишь помогли ему на дому уже не у священников во всем разобраться. И апостол Павел ставит его в один ряд с собой, не говоря, что кто ты такой, мирянин, простец, и кого хочешь учить?» Цитата библейская. «Некто иудей именем Аполлос, родом из Александрии, муж красноречивый и сведущий в писаниях, пришел в Эфес. Он был наставлен в начатках пути Господня и, горя духом, говорил и учил о Господе правильно, зная только крещение Иоаннова. Он начал смело говорить в синагоге. Услышав его, Акила и Прескила приняли его и точнее объяснили ему путь Господень». Деяния 18:24. «Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог». 1 Коринфянам 3:6 и 1 глава 12 стих. «Познавшие истину, да делятся с другими щедро». Кирилл Иерусалимский. «Горе запрещающим благовествовать истину! Горе вам, законникам, что вы взяли ключ разумения, сами не вошли и входящим воспрепятствовали». Евангелие от Луки, 11 глава, 52 стих. «Не могу молчать о том, что слышал», — преподобный Максим Исповедник. Первые христиане были настолько ревностны, настолько реально ощущали зыбкость этой временной земной жизни, так реально воспринимали будущее Царство Небесное, как сегодняшнее, как наивысшую реальность всего, что они искали, кому бы еще сказать о славной победе Христа, что слово их как пожар охватило землю. Язык их был как трость с карапицем. Псалом 44:2. Побеждали, делая безгласными философов гибнущего язычества. «Если попытаемся мы сказать к тебе слово, не тяжело ли будет тебе? Впрочем, кто может возбранить слову?» Иов 4:2. «Я возвещал правду твою в собрании великом. Я не возбранял устам моим. Ты, Господи, знаешь». Псалом 39:10. «В собраниях благословите Господа, Бога Господа,
Вы от семени Израилева, Псалом 67:27. Но когда все пророчествуют, и войдет кто неверующий или не знающий, то всеми обличается, всеми, то он всеми обличается, всеми судится. 1 Коринфянам 14:24. Всеми судим был безбожный мир. А ныне слово архиереев и священников, не приправленное солью обличения и без ссылок на Библию, потеряло силу. Слово ваше да будет всегда с благодатью, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому. Послание Колоссянам 4:6. Вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям? Матфея 5:13. Не от того ли все постигшие нас не отходят в прошлое, что за грех пастырей, неверующих в это? За грех корыстолюбия его я гневался и поражал его, скрывал лице и негодовал, но он, отвратившись, пошел по пути своего сердца. Пророк Исаия 57:17. Пример. Вечернее богослужение, службу ведет один священник. Выход с Евангелием, откуда-то из подпола, из отверстия, выходит уже толпа служителей алтаря. Как у Даниила 4:13. Несколько минут, массовка кончилась, закрыли за собой царские врата, и буквально через несколько мгновений снова в алтаре только один служащий, а все спешно выскользнули потаенным ходом. Молись, народ, ходатаи твои, каждый устремился на свою дорогу, каждый на своей колеснице. Цинизм и бесстыдство. Только архиерейское служение томит их до конца службы. Мученики невольные. Да возможно ли такое в любой секте, у старообрядцев, у масонов, у коммунистов? О времена, о нравы! А после этого восклицают: отчего же эта вера в народе падает? Крадут в проповеди слова друг у друга, по бумажке. И это в лучшем случае, а иначе такой терновый плетень сплетет, что только и скажешь: не веди нас во искушение. Цитата. Пророк, который видел сон, пусть и рассказывает его как сон, а у которого мое слово, тот пусть говорит слово мое верно. Что общего у мекины с чистым зерном, говорит Господь? Слово мое не подобно ли огню, говорит Господь, не подобно ли молоту, разбивающему скалу? Посему вот я на пророков, говорит Господь, которые крадут слова мои друг у друга. Вот я на пророков, говорит Господь, которые действуют своим языком, а говорят, он сказал. Иеремия 23:30. Трусость и корысть, корысть и трусость. Не на таких ли, в кавычках, ревнителей натолкнулся Иоанн Златоуст только в одной инспекционной своей командировке за Босфор, что пришлось немедленно снять до 400 священников и 6 епископов, как сообщают свидетели тех перетрубаций. И пока свет Евангелия скрыт, жаруют диабеты, поют в хорах безбожники, все считают православной свою душу. Златоуст говорит к таким прихожанам: я ничего не успею сделать один, если вы, слово слышанное, не понесете каждый к тому, с кем общается. Жена к служанкам, воин к подчиненным. Дебелые, рыхлые батюшки упрекали святого Иоанна Кронштадтского за борзых рысаков, на которых он стремительно объезжал своих прихожан.
вопрошающим в рясах отвечал: «Из-за вас, окаянных, спешу доделать то, что вы не успели». Дмитрий Ростовский 21 сентября описывает вопиющую безграмотность священников, и сколько он ни вопрошал, где же у них хранится причастие, так и не мог добиться, пока кто-то не сказал. Да, про запас спрашивают. И на местном жаргоне дознался, где дарохранительница. Смотря на таких учителей, иногда и красноречивых говорят, хотя бы никогда он не сходил с кафедры, а когда сойдет, то, зная его беспутные дела, воздыхает: «О, если бы никогда он не сходил на кафедру». Поистине, руки Исава, дела, а голос Иакова, проповеди, Бытие 27-22, цитата: «Ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься». Евангелие от Матфея 12:37. Смерть и жизнь во власти языка, и любящие его вкусят от плодов его. Притча 18:22. Если бы горение духа святого Вениамина, память 13 октября, коснулось нас, когда мучители предложили ему свободу в обмен на молчание, не проповедовать, что с охотой или с горечью, но принял митрополит Сергий и ответил: «Невозможно свет переменить во тьму. Не достает места подробно изобразить запрет Максиму исповеднику». 22 февраля. Григорию Паламе 14 ноября. Иоанну Дамаскину 4 декабря. Сама преблагословенная Преснодева Мария вмешалась в этот запрет и запретила запечатывать источник целительной проповеди. Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих. 2 Коринфянам 4:13. Которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христова. Галатам 1:7. За ваше участие в благовествовании от первого дня даже до ныне. Филиппийцам 1:5. Если прошу и тебя, искренний сотрудник, помогай им, подвязавшимся в благовествовании вместе со мною, и с Климентом, и с прочими сотрудниками моими, которых имена в книге жизни. 1 Тимофея 4:3. Открывшийся же ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление через благовестие. 2 Тимофею 1:10. Цитата. «И сказал им Иисус в ответ: пойдите, скажите Иоанну, что вы видели и слышали. Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, нищие благовествуют». Лука 7:22. «Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим». Галатам 6:6. «Усердствуют, да и должники они пред ними. Ибо если язычники сделались участниками в их духовном, то должны и им послужить в телесном». Римлянам 15:27. Господь Вседержитель спрашивает каждого из уверовавших, наделенного даром знания Писания и святой жизнью: «Кого мне послать в этот грешный мир, чтобы возвестить о скором пришествии Христа, и что будет перед тем?» Пророк Исаия 6:8. «Соберутся к нему и окружат его, прольют звезду и ярость на него, и поднимется пыль и дым до самого неба,
и все кругом будут оплакивать его. Третья Ездра, 15:44. Если воистину Дух Святой дан в миропомазании, то скажешь с пророком Иеремией: «И подумал я, не буду я напоминать о нем, и не буду более говорить во имя его. Но было в сердце моем как бы горящий огонь, заключенный в костях моих, и я истомился, удерживая его, и не мог». Пророк Иеремия, 20 глава, 9 стих. «И повелел им не сказывать никому, но сколько он ни запрещал им, они еще более разглашали». Евангелие от Марка, 7:36. Свидетели Иисуса — те, кто уверовал в Него. Они понесут и ныне слово о воскресшем и грядущем Мессии. Исаия 8:2, 48:10, Деяния 1:8, Откровение 17, глава 6 стих, и 1 Фессалоникийцам 1:8 стих. В день Пятидесятницы все они единодушно были вместе, народ и апостолы. Деяния 1:16. Человек 120 и огненные языки почили на каждом из них. Господи Боже, который счел рабов Твоих достойными прощения грехов через баню паки бытия, сделай их достойными преисполняться Твоим Духом Святым, и пошли им Твою благодать, чтобы они могли Тебе служить согласно Твоей воле. Так читали над уверовавшими и крестящимися во имя Святой Троицы Ипполит Римский. Запрет мирянам на проповедь обескровил церковь. Ссылаются на 6-й Вселенский собор, правило 64. Не подобает мирянину пред народом произносить слово или учить, и таким образом брать на себя учительское достоинство, но повиноваться преданному от Господа чину, отверзать ухо приявшим благодать учительского слова и от них поучаться божественному. Если кто усмотрен будет нарушающим настоящее правило, на 40 дней да будет отлучен от общения церковного. Толкование патриарха Вальсамона, 12 век, Занары, Арестина, хотя и прикровенно, но поясняет, что это правило касается научения в церковном собрании в присутствии епископа. Только в 3 веке намечается тенденция усвоить учительство в церковном собрании исключительно епископом и отстроить от него учителей там, где они еще удержались. Из этой эпохи известен конфликт между Оригеном и его епископом Дмитрием Александрийским. Проповедь Оригена в церкви по просьбе двух палестинских епископов Александра Иерусалимского и Феоктиста Кесарийского вызвала энергичный протест со стороны Дмитрия. В своем письме к Дмитрию палестинские епископы оправдывали поступок Оригена, а также и свою просьбу к нему о проповеди в церкви. «Ты еще прибавляешь в своем письме, что никогда не слышно, да и теперь не обычай, чтобы в присутствии епископов проповедовали. Не понимаем, как можешь ты говорить неправду. Святые епископы, как скоро находили людей, способных принести братьям пользу, то приглашали их проповедовать народу». Не раз высказывалось, что этот случай из жизни Оригена свидетельствует о том, что учительство было доступно простым верным в древней церкви. Дмитрий нисколько не запрещал учительство Оригену в школе его, но с точки зрения Дмитрия учительство в церкви было исключительной принадлежностью иерархического служения. Ориген ставил служение учителей выше всякого иного служения. В то время далеко не все пресвитеры имели право проповедовать в церкви, но только епископы. «Заметь, из настоящего правила, — говорит Вальсамон, — что право учить народ дано одним епископам.
и, наконец, довели до естественной точки этот вопрос. Кто же все-таки должен учить народ, кого послать к погибшим овцам Израиля и мира? Оказывается, никого не надо посылать, а кому суждено, кому на роду, где написано, спастись, того Бог и без наших человеческих усилий найдет. Был бы человек, а статья в Уголовном кодексе найдется. А так как в Библии сказано обо всем и всякого жито пшенички лопата найдется, то наконец отлилось это правило. Кому можно, не нужно благовествовать. Оказалось, что никому, сами найдут, и река повернула вспять. Цитата. «Вырви из сознания людей Евангелие, и на месте его будет зияющая смертельная рана, которую ничем не закроешь». Профессор Марцинковский. Так, ну прервемся на этом сегодня. Достаточно на сегодня. Давайте с Богом. С Богом. Спасибо Христу, с Богом. Слава Христу.